Я рад вас всех приветствовать. Сегодня для города воистину такое счастливое событие. И если сказать, что я рад, это ничего не сказать. То есть сегодня мы можем уже официально объявить о том, что здание городского планетария открылось после реконструкции, и мы получили даже документ на ввод в эксплуатацию. То есть сегодня уже, ну я думаю, в частном порядке жители города могут прийти на экскурсию, посмотреть, что здесь происходит. А вообще мы планируем принимать наших первых посетителей, как детей, так и взрослых, где-то через месяц, потому что оборудование, которое установлено, достаточно технически сложное. То есть персоналу нужно пройти полностью обучение. Плюс доезжают некоторые интерактивные панели, я думаю, вам расскажут сегодня уже наши партнеры, наши коллеги, наши друзья, близкие, что еще планируется, вам будет проведена отдельная экскурсия. Поэтому через месяц уже фактически мы примем наших первых посетителей. Сделана зона для проведения мастер-классов и конференций. Вы видели астросимулятор, его возможности и вот эти фильмы, которые показаны были, это все сделано на базе и на библиотеках, которые есть внутри в этом астросимуляторе. Да, классно, когда это новое и современное. Это великолепно. На протяжении многих лет планетарий работал на самоокупаемости. То есть для того, чтобы жить, мы должны были придумать что-то такое, чтобы к нам пришли люди. Мы, конечно, будем это делать и сейчас продолжать. Планеты здесь смонтировать. Ну, можно планеты, острова делать, свой ландшафт. Вот мост можно сейчас построить. Да. Discover the past of the Earth through the testimonies of the formation.